Доброе утро, добрый день, или еще что. У нас добрый день. Съела нектарин. Не нектарин, а персик инжирный. Посмотрите, как паркуется. Меня прям вот бесит. Видите, тут полмашины уместится, там полмашины уместится. Вот неужели для своего же, как говорится, благополучия нельзя припарковаться нормально? Ведь завтра можете вы так оказаться в такой же ситуации, что какой-то, извините, козел просто припарковался посередине. А сегодня этот козел вы. В общем, я закрылась пораньше сегодня, просто среда, думаю, поехала я домой. Еда у меня готова, я просто сейчас пропылесосю. У меня тут кактусенок вот такой растет. Пылище не смотрите. И вот не то, что растет. Хочу, чтобы корни пустил. Не знаю, пустит, не пустит. А эти, наверное, уже все. Смотрите. Уже желтеют. И уже вот так вот они совсем другие. Уже все, наверное, отцвели. Уже давно. Потому что земля сырая. Хризантемы, сады. Вообще надо цветы протереть, а тут пылище протереть. Так как этот балкон, то здесь очень сюда пыльно. В общем, сейчас я пропылесосю, а потом приду, подумаю, может быть, и здесь что-нибудь сделаю. Так, у нас сегодня очень жарко. На вечер, вернее, послеобеденный время у меня есть планы. То есть не планы, у меня есть работа. В общем, все увидите. Оставайтесь на связи. А пока пойду пылесосить. Пропылесосила все. Сколько шерсти, это просто пипец. Хоть свитер вяжи. Приготовила. И разогрела себе еду. Это вот одна сосиска Чарли, как всегда. Гаспачо. А мужу там картошку начистила. Потом попозже поставлю ее, пожарю. Гречку-то он не ест. Ну и хорошо, что не ест. Мне больше достанется. Всем приятного аппетита. Вот оно какое, наше море. Но на море я не поеду. Я только отработала. Представляете, сегодня было две клиентки, пока собиралась. Ко мне третья записалась. Короче, вот так вот. Я вообще после обеда открываюсь только пятницу и субботу. Ну, так, если звонят, то езжу. И тоже работаю. Вот. Сейчас Чарли отвезу домой. Ой, тут так прохладно, сегодня жарко. А вот тут сквознячок такой идет. Лафа. У меня вот на работе точно так же открываешь дверь. У меня сейчас сидит женщина, говорит, ой, говорит, как классно, ветерок дует. Жарко, представляете, как? А завтра еще жарче будет. Сейчас у меня была... Мерша у меня была клиентка, и она едет в Мадрид. Она говорит, передали 46 градусов, а мне так страшно туда ехать, я не хочу туда ехать, а надо по работе. Вот, и она, представляете, живет, ну, здесь недалеко, она 4 года на пляже не была, на море не ходила. Вот она 4 года у нас была, как говорится, правила городом, и вот ее опять и переизбрали. Я говорю, еще 4 года не побудешь. Она, да, смеется. Вот так вот живут местные. Нифига на пляж они не ходят. А я сейчас пойду по магазинам. Маечку-то надо купить. Ой, что такое? А завтра уже... Иди. А завтра уже пойду на пляж поеду. Чарли вот сейчас пойду прогульнусь вот тут вот. И хватит ему, потому что он уже в такое время нужно идти либо в 8, либо в 9, чтобы, ну, уже попрохладнее стало. А так он уже не любит гулять в пожаре. Да, Митикотина? Не было такой небольшой, как это сказать, туман. Но это не туман, это с моря идет. От того, что вода холодная. Вода холодная. Вчера, в принципе, я вчера искупалась, знаете, даже поплавала так немножечко. Когда уже последний раз лежала прям на гальке. И вот так вот жарко было, пот течет. Говорю, пойду быстро. Я захожу в воду. Прям вот захожу и сразу ныряю. Я не такая вот, чтобы зайти, постоять, привыкнуть. Если я зайду, постою, то я нифига не нырну. Я выйду просто и не буду купаться. Поэтому я захожу и сразу ныряю. И вот вчера так же бум-бум-бум нырнула и поплавала даже, представляете. Ладно, хватит болтать о всякой ерунде. Я что-то даже устала сегодня, представляете. Пойду по магазинам за маечкой. Бежит.
так и вот, бираги. Так нагулялась, взяла себе майку. Что, пришла в один банк, пришла в другой банк, стою такая у банкомата, думаю, блин, что-то не то. Я же не в этот хотела банк идти. Ну, вообще, ку-ку уже едет, нагулялась, да? Вообще, сейчас забыла, я вообще шла, вышла в банк и майку купить. Майку-то купила и на радостях побежала домой. Почти добежала домой, вспомнила, что я в банк-то не сходила, пришлось вернуться, представляете? Ой, ну вообще, говорю, крыша едет. Так, вот он пешеходный переход у нас вот там. Ну а зачем он нам нужен? Мы вот в неправильном положении пройдем. Хотя все машины сюда едут. Не, все-таки я пойду по пешеходному переходу. Иначе банк вот он. В принципе, туда мне и надо. Я просто хотела в Бенетон зайти. Посмотреть, может быть, есть что интересного. Вот так. Вот видите, а тут они меня все пропускают. А там бы стояла до конца века. В общем, вот, пришла. Сколько километров сегодня уже находила? Вообще, ну сейчас хорошо, прохладненько. Можно погулять. В общем, так, камеру прячем, чтобы не палиться. Дети, помните, я вам говорила, что их переодевают в скидки? Их переодели в скидки. Та-там! Вот и маечка, я ее купила. Если они, смотрите, туда-сюда. Еще зашла в фруктовый, мимо не могла пройти. Вернее, я прошла мимо два раза, туда-сюда, и все-таки зашла. Я вообще хотела бы завтра заехать в Меркадону. Очень вкусная там черешня, вы знаете, самая вкусная. Я помню, в прошлом году я тоже только там покупала, в Меркадоне. Как ни странно, да? Ой, арбуз треснул. Но это значит, что он хороший, правильно? В общем, я такой дурак. Опять скажу вам, почему. Ой, устала, как собака. Как сайгак летала. Так. В общем, черешня у нас по 4,50 килограмм. Типа подешевела, наверное. Вот смотрите, какая хорошая вроде бы. И купила инжирные персики. Но я совершенно забыла, что я же вчера в Лидле купила их, тоже инжирные персики. Конечно, они... Смотрите, какие в Лидле и какие в этом. О, смотрите, такой съешь и все, и обожрешься. И арбуз, смотрите. Он был целый, это я пока несла, он треснул. Очень вкусные вот эти арбузы с семечками. Очень редкое явление. Кстати, инжирные персики вот эти я положу в холодильник, чтобы они совсем уже не поспели. Блин, вот смотрите, вот беда, видите, что происходит, когда наберешь много фруктов. Но они в Лидле уже были со скидкой, поэтому как бы подразумевалось все это, что они будут гнить. В общем, устала как собака. Купила сумку, встретилась с подругой в магазине. Проболтали с ней, наверное, полчаса. Бедный муж ее стоял, слушал нас. И стоял, ведь слушал, терпел. Так, мне нужно тут всю еду в холодильник убрать. И думать что-то, что на завтра. А, на завтра я, знаете, что себе сделаю? У меня еще осталась копченая мойва. Я ее достану из морозилки. Штуки 3-4. И картошку себе сделаю в микроволновке. Типа запеченный будет. И салат. Как вам такая идея? Мне кажется, что будет очень вкусно. Вот. И все. Сейчас буду ужинать черешней. Ну и арбуз попробую. Но должен быть вкусный, потому что на вид... Завтра еду на пляж. Ой, вы знаете, у меня жопа обгорела. Потому что я кремом мазалась сидя на сидушке своей. Я везде все помазала, кроме попы. И она у меня горит. Я сегодня не пойму, думаю, что случилось. Вот там рядом, где бикини, вот, да. Смотрю в зеркало, там все красное.
И вот тут тоже красные. Ну вот видно, да, загар. Так что надо лучше мазаться кремом. Где помазалась, там нормально. А вот где не помазалась, там сразу видно, что горит. Ну не больно, не болит. Сидеть можно. Так что вот такой вот у меня день получился. У меня такое ощущение, что сегодня суббота, знаете, по работе. Потому что обычно в субботу. В среду-то вообще не никого, ну как, есть народ, но не так сильно. А прям сегодня что-то. Еще, знаете, волос трудный. У нашей мэрши там такой волос, у нее хвост вот такой вот. И кудрявый. А она хотела выпрямить. В общем, вы представляете, я с ней час возилась. Ну ладно, это стоило того. Так что встретимся с вами завтра. Завтра идем с вами на пляж. У нас такая духотища, вы не представляете. Вот это настоящее лето. Я не жалуюсь, я кайфую. Потому что мне лето жарко, очень нравится. Вот я стою, допустим, да, вот тут вот потно. Ну и что, я сейчас пойду прохладный душ приму, и будет все в ажуре. Зато не надо вот это вот одевать на себя 15 одежд, чтобы согреться. Кайф! Всего вам самого лучшего. Встретимся с вами завтра. И всем пока-пока! Mm.